Ты что сказала, нравится? Есть доступ в замок. Сегодня он работает с 4 часов. Я оставлю ссылку на карте. Там будет расписание. Можно будет посмотреть, если вы планируете попасть вовнутрь, то можно будет приезжать в рабочее время. Сегодня я вовнутрь не попаду. Но, возможно, в следующий раз как-нибудь я приеду сюда специально, чтобы посетить это место внутри.